Добрый вечер, дамы и господа. Как ваши дела? Очень хорошо. Сегодня у нас есть возможность поговорить лично с каждым, я считаю. Начнем с вас. Как прошел день вообще? А как вообще с прошлого концерта все? Ну как вот, мы вот виделись с вами недели две, напомню. Да? Как вообще ощущение, жизнь кипит, весна скоро, да? Погода становится просто прекрасной. Друзья, ну я предлагаю нам сегодня как-то постараться приблизить ощущение весны. Начнем мы сегодня с песни, которая, если бы была на русском, она была бы, ну, все бы, было бы очевидно, что она супер актуальна на сегодняшний день. Называется она «Кукарача». Кто знает, как переводится слово «кукарача»? Таракан. Вот, таракан. Не первый раз, да? Тараканами называли в Мексике полицейских за их усы. Вот, поэтому песня эта на самом деле очень-очень остро политическая. Больше не буду это слово произносить на всякий случай. Но вы меня поняли. Thank you.
следующая песня призывает нас к этому, говорит она, мол, мол, не плачь обо мне. Lágrimas que me cierran.
просто есть. Друзья, следующая песня, она родом не совсем с Кубы и не из России. Она рядышком. Бразильские ритмы сейчас прозвучат. И с нами эту песню роднит то, что так на русское ухо она о Машке. Thank you.
была, ну, на слуху, правильно? В целом. Следующий тоже. Ох, и знаете, что еще хотела вам сказать, что если ваши что-то в вас просит вас потанцевать, я вас прошу, это нечто не, как сказать, не затыкать. Вот. А давайте, вот у вас как дела? Вот, у вас. Ну, у вас я примерно догадываюсь. Вот, девушка, вот как вас зовут? Да. Ой, я тоже. Очень приятно. А как день прошел? Очень хорошо. Слушайте, ну я хочу нам всем пожелать, чтобы наши дни хорошо проходили и всегда заканчивались тоже хорошо, весело, в приятной компании, в уютной атмосфере и с хорошей музыкой. Thank you.
страну, где много-много диких обезьян. Как вы думаете, это куда? Следующая песня, она...
не просто, как сказать, от начала и до конца тоже придумано Романом Мешковым. Здорово вы танцуете, прям вот, респект. И так далее. Следующая песня, она прям идеальная. Просто вот в копеечку, в яблочко.
Так что не теряем времени. Thank you.
О, отлично получается. Там на галерке. Раз уж мы танцуем, будем танцевать по полной. Девушки! Да. А сейчас, когда мы все равно, дар нам знак, всем, кто танцует на диванчиках и не на диванчиках, пожалуйста, руки вверх. И Сергей, вау! Когда поставлю. О, отлично получается. А теперь по знаку Хонера все равно. Thank you.
с Кубы мы недалеко сейчас уйдем, мы пойдем в Доминикану. Мы
Мешков. Thank you.
Круза. И известна она больше всего в исполнении Селли Круз. Я думаю, что многие вас слышат. Давайте поаплодируем. И снова Роман. Так, я хотела бы поприветствовать на сцене у нас Евгений Гришаев появился. А сейчас прозвучит песня, тоже очень кубинская, старая, но... Thank you.
сейчас споем про Валер. Еще один сюжет, вышедший из-под прыткого пера Романа Мешкова. История, как и все истории, которые придумывает Рома, драматичная. Почти грустная. Если бы не блестящее чувство юмора. Ну, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok.
что ж, а давайте, скоро же весна. Мы же ее ждем. Числа так с 1 декабря, я считаю. Ноября. Правда? Вот. Мне кажется, мы, во-первых, сегодня, как я уже говорила, растопили немного эту всю ботву зимнюю. И предлагаю продолжить это делать. Thank you.
Овер Серано. Все это. Чувствуется рука мастера. Ух. Слушайте, я не могу не сказать, как же вы сегодня здорово танцуете. Спасибо вам большое за это. Те, кто не в первый раз, знают, что у нас еще бывает рядом человек, зовут Орлендис, Кукуручу. Давайте, он сейчас в Муроме. Да, вы представляете? Орлендис Баниус в Муроме. О. А? О, Господи. Давайте, кстати, аплодисмент. Тут просто страшно, послушайте. Давайте аплодисментами, чтобы там Мурома ему тепло стало. Ну, с Богом. Thank you.
знаю, что сегодня вот детский праздник один у нас сегодня празднуется. Днем рождения! Давайте станем с день рождения, радостный. Пусть все тучи обходят стороной или превращаются в прекрасные облака. Белокрылые лошадки, которые просто не дают от жары. Thank you.
человека вот диски ходили. Благодаря ему эти диски звучат. И благодаря ему мы сегодня звучим. Алексей Белов! Друзья, ну, чтобы это как-то все смикшировать, так сказать, подпевайте. Сейчас просто уже пошел разговор пока. Y así pasan los días.